Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Неравнодушный разговор». И вновь у нас в гостях отец Дмитрий. Тема, о которой мы сегодня поведем речь, надеюсь, не оставит равнодушным никого. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Иеромонах Дмитрий Першин, исполняющий обязанности председателя миссионерской комиссии при Епархиальном совете города Москвы, эксперт синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата. Батюшка, может, кому-то покажется необычным, почему этот вопрос я задаю иеромонаху, монаху, почему именно вас пригласил для того, чтобы обсудить вот именно вот эту животрепещущую тему. Но вы очень много и давно работаете с молодежью, с подростками. А для них, ну что греха таить, увы и ах, но это правда нашего сегодняшнего бытования. Для них книга сегодня – это экран, картинка. Не правда ли? В том числе и учебник истории. Тот же экран. А история – это такой предмет, то он необычный. Необычен тем, что он ведь воспитывает чувство любви к родине, патриотизм, правильно? Понимание себя, своих корней и каких-то очень важных вещей, которых, может, и словами нельзя назвать, но без которого человек не может быть подлинным гражданином своей страны. Да? Но я бы сказал даже больше того. Задает нравственные координаты, да. Ради чего стоит жить, да. Ради чего стоит умирать, да. Отдать жизнь, кто жил до тебя на этой земле и как они жили. Это образ Родины, это то, что показывает мне путь, следуя которым мы придем, ну, если не к Богу, то хотя бы к людям, и нам будет не стыдно за этот путь. Совершенно верно, батюшка. И поэтому есть фильмы, которые пользуются среди юношества наибольшей популярностью. Но мы сейчас их назовем, вот, которые как-то отмечены и прессой, и на различных кинофестивалях. И нам интересно, мне очень интересна ваша точка зрения, насколько в них отражена правда история, потому что события, которые освещены в этих фильмах, они очень знаковые для нашей страны, очень важные для нашей страны. И вот даже такой фильм, он давно появился, но он продолжает быть популярным, любимым многими. Это фильм «Утомленный солнцем», да, Никиты Михалкова. Это так любимая... Вторая часть, да, мы сейчас будем говорить о второй части. Так любимая молодежная аудитория «Девятая рота», да? Вот. Ну и фильм с не очень таким названием, может быть. Ну, назван так, как назван. Фильм «Сволочи». Я бы с вами только не согласился в двух аспектах. Во-первых, я все-таки очень сильно... был удивлен, когда, обсуждая вот эти фильмы, да, с нашими подростками, там 13-15 лет, я вдруг понял, что они совпадают с той постановкой вопроса, которая в этих фильмах, ну, в общем, очень сильно и нас тоже удивляет. Я был удивлен, в каком плане. Оказывается, дети гораздо лучше, чем мы о них думаем. В интернете, там, у родителей, у знакомых, у ребят, которые служили или служат, они находят крупицы информации, опираясь на которые, анализируя. Конечно, у него в 13-15 лет мало информации, но даже какие-то обрывки, обломки есть, фрагменты. Вот это фрагментированное, неточное, может быть, на уровне оценочном. Информация, тем не менее, приводит их иногда к очень правильным выводам, что их, говоря мягко, надули, а говоря прямым текстом, просто ввели в заблуждение, обманули, соврали им, не только им, всем соврали, да, сняв картины, за которые, наверное, в порядочном обществе, после которых ни режиссеру, ни сценаристу никто бы руки не подал. Батюшка, а можно возразить? Может быть, вы все-таки говорите о юношестве, которое группируется вокруг вас. Это все-таки иные люди. Согласитесь, да? Нет, а я говорю, потому что я себя вот мальчишкой вспоминал. У нас все фильмы делились на три категории. Надеюсь, в вашем детстве тоже. Это были фильмы про любовь, про шпионов и про войну.
самые любимые были про войну, потом про шпионов, да, а остальное девчонки смотрели. Это же про войну. Мальчишкам нравится фильм про войну. Мне сложнее, потому что так получилось, что я сам человек не киношный. Я довольно мало смотрел фильмов и в детстве, там, и позднее. Мне интереснее были книги. Довольно рано я как для себя понял, что фильм, он чаще всего сплющивает текст. Безусловно. И поэтому текст это гораздо интереснее. Это неизбежно. Нет, это не всегда так. Например, есть ситуации, когда фильм глубже текста. Пример – это «Пикник на обучение братьев Стругацких» и «Сталкер» да. Тарковского. Да. То есть Тарковский развернул он вышел даже за фильм, текст развернул к Евангелию и наполнил его смыслами, которых изначально в тексте, по крайней мере, в таком объеме не было. Другой пример – это его же, Тарковского, экранизация повести Станислава Лема «Солярис». Бывают фильмы, которые изначально создаются как некий, ну, как сейчас говорят, месседж, да, как некий такой... Послание. Как некоторая игра «Белое солнце пустыни». Если так посмотреть ситуация, да, жил-был там какой-то условный совершенно, придуманный, да, это некая мифология, советская мифология, но жил некий, так сказать, хозяин положения, у которого были жены, был бизнес, была жизнь, пришли какие-то бедняки, отняли жены, отняли бизнес, самого лишили жизни. Вот. Привычного уклада. Уклады, все развалили. Все пошатнулось. Вот. Да. Что было дальше, мы знаем. Но этот фильм никогда не воспринимался как некоторая правдивая история о реальных событиях. Это был некий разговор о характерах, о судьбах, о событиях. Вот. А фильмы, которые мы с вами сейчас перечислили, да, «Утомленные солнцем», «Девятая рота» и «Сволочи» изначально подавались... их создателями, правда. Да. Как историческая правда, разоблачение там... Причем с большой буквы, простите, за главное, и слово «историческое», и слово «правда». Разоблачение да. лжи, фальсификаций. И вдруг мы видим, что в этих фильмах просто в грязь втоптаны совершенно удивительные, ну, замечательные люди, ну, скажем так, пласты русской истории. Не просто вывернуты наизнанку, а например, сознательно, совершенно очевидным образом в грязь вот, вдавлены те, кто или душу свою полагал за нас, умирал здесь, вот по на Христу. Этой земле. По Христу совершенно, да, по Евангелию. Может быть, даже не зная самой Евангелия. Вот. Или, во всяком случае, то, что делали эти люди, это было совершенно иным, нежели то, что мы видим в этих так называемых экранизациях. И вот это сознательное введение в заблуждение, это ложь. И я с вами не соглашусь в том, что это не только подростки, с которыми я общаюсь. Православные следопыты, мы проводим лагеря, вот мои ребята, мы ногами прошли по тем местам, где сражались кремлевские курсанты. Мы видели эти окопы. Это Волоколамск, Теряево, село Теряево, где у нас лагеря, Иосифоволоцкий монастырь. Мы подняли документы. Один мой дед всю войну был шофером, прошел там фронты, дошел до Берлина, другой дед всю войну делал установки для зенитных батарей, которые позволяют определить местонахождение самолета, да, значит, локаторы. Кто-то погиб в нашей семье, но это не важно. Вот я себя сам ассоциирую или отношу, может быть, это покажется странным, все-таки 1974 года рождения, но для меня вот эта военная тема или военное, так сказать, послевоенное поколение, это не абстракция, не какие-то слова, это не 12-й год, как сейчас принято говорить, это вот как-то все очень живое, это вот сейчас. Тем более, что из этой войны растет очень много и хорошее, и не очень хорошее в нашей сейчас жизни. И поэтому для меня это все очень близко. Я уж не говорю про Афганистан там, или более, скажем, последние события. Вот. И я прекрасно понимаю, что Михалков всю информацию мог получить. Потому что кремлевские курсанты, которые в его фильме «Утомленные солнцем», выставлены полными идиотами, людьми, которые не способны ни защищаться, ни организовать оборону, которых какие-то немецкие танки обошли, просто раздавили, раскатали, как тараканов по паркету. И после какого-то пятиминутного боя, там, груду трупов и торжествующие фрицы, фактически, да, так вот эти кремлевские курсанты реально существовали. Они вступили в бой 12 октября 1941 года и завершили свой боевой путь 6 декабря 1941 года под командованием Рокоссовского.
за все это время они не сдали ни одной позиции. Они брали в плен немцев, это было. Это изумительно. Даже в октябре брали, да? Вот в октябре 1941 года, когда фронт действительно трещал. Слева стояли памфиловцы, пациент у Рокоссовского, слева это Волоколамская, если смотреть из Москвы. В центре как раз были кремлевские курсанты, ими командовал Младенцев. Это были курсанты, это были будущие офицеры первого-второго курса. Младенцев прошел финскую кампанию, он умел воевать, был очень образованный, грамотный офицер, боевой офицер. Справа от него стояли, значит, конная дивизия Льва Даватора. И это было, это направление немцы не могли ни прорвать, ни создать никаких угроз. Все, что они смогли сделать, обойти его справа и слева, значит, под Можайской, под Рузой, и севернее на ленинградском направлении, тогда организованно этот фронт сдвинулся к Москве. При этом упомянутые курсанты брали в плен и высокопоставленные чины, добывали сведения, значит, держали оборону. Они за несколько дней, когда их сняли и направили на это направление, они за ночь прошли 85 километров. То есть они вот начали свой марш-бросок и за то ли 12, то ли 16 часов прошли 85 километров. Пришли 6-7 октября. За несколько дней возвели укрепрайон, оборонительное сооружение, и приняли бой. И немцы ничего не могли сделать. Причем немцы били именно в эту точку, потому что по разведданным они знали, что это сводный полк. Они думали, что он будет, вот, его может быть раздавить, растоптать, так как они, иногда у них это получалось. В случае ополченцев, и то тоже далеко не всегда, оказалось, что это просто стена, о которой все разбилось. И, несомненно, Никита Михалков все это мог знать. Вся информация есть, она открытая, она не закрытая. Простите, а можно тогда прямой, прямой честный вопрос? А вы хотя бы сделайте глоток чая нашего. Батюшка, а тогда у меня прямой, детский, честный, как хотите назвать, вопрос. А когда снимается такой фильм грандиозный, да, то, что называется проект сегодня? Бюджетный, да? Фильм. Да, да, очень солидный бюджет. На котором можно было снять 5 фильмов таких. Да, смотришь порой даже старые советские фильмы, вот такой детективчик, условно, да, обязательно написано «консультант» или «консультанты», и там полковник, генерал, да, милиция там, да, или внутренних войск. А что, не было консультантов, или это действительно... Вы сказали намеренно. А цель какая? Зачем это нужно постановщику? Знаете, сейчас говорят, не было политической воли. Потому что проблема найти консультантов никаких нет. В Москве это открытая информация, она всем известна. Да и ветеранов еще очень много. Есть еще живы люди из этого, да, полка. Есть мемориальные комплексы. Все известно. Можно пройти просто по их следам. Поэтому, для мой взгляд, за это должно быть стыдно. Вот есть такие слова, которые мы стали забывать, да, на которых строится культура. Вот основа – это понятие чести, правды, добра, верности, стыда. А ему не стыдно. А понимаете, на мой взгляд, вот, чтобы я хотел, если уж так некоторым образом подводить черту, на мой взгляд, Михалков должен извиниться просто, повиниться перед людьми, которых он ввел в заблуждение. И не надо мне рассказывать про художественную правду, про его разоблачение культа личности. Художественная правда, она так или иначе соотносится с правдой исторической. А здесь перечеркнут подвиг людей, которые в эпоху действительно прорванных фронтов, это было, в эпоху, когда принимались, мягко говоря, неудачные решения, военачальниками в том числе, вот они были на высоте. Они соответствовали всему тому, что называется русский солдат. Кстати, пленных они не мучили немцев. Этого не было. Это известно, их брали в плен и передавали, эти немцы, они остались в живых. То есть они вели себя как суворовцы, как люди той самой русской как армии. Как люди чести. Как люди чести, как люди воинского долга. И в этом смысле как христиане. Вот, если говорить о ценностях. При всех многих оговорках, которые тоже здесь понятны, я очень надеюсь, что, может быть, после нашей передачи, может быть, как-то иначе, эта правда, она достучится, дойдет до Михалкова, и он об этом как-то где-то скажет. Эти люди, их уже нет, они в земле, они ушли от нас.
И вот теперь мы пляшем на костях. Нас возмущают хулиганские выходки разные. Последние годы это происходит. Вандализм на кладбищах, осквернение памятников где-то там, за пределами России. У нас в России, в самом ее центре, в ее сердце, да, в нашем русском кинематографе происходит беспредел, произвол. И мне кажется, наступило время об этом начать говорить. Потому что я себе не могу представить. Вот опять же, сложная вещь, западный кинематограф, да, но я не могу себе представить ни американского, ни даже немецкого фильма, в котором немецкий солдат или американский солдат, образ армии был бы дан в однозначно негативном ключе. Даже немецкие фильмы про фашистские армии. Которые они осудили фашизм. Про преступные армии, про действительно людей, которыми двигали абсолютно не то что животные инстинкты, а совершенно бесчеловечные, совершенно грязные идеологии, которые творили зверства. Даже в этих немецких фильмах там всегда мы увидим образ какого-то милосердного солдата или человека слова и долга. Даже там это встречается. Я уже не... Американские фильмы на эту тему. Это гордость за Америку. Когда Михалков, повторяю, который себя позиционирует голосом чуть ли не русской нации, совестью начищенной до блеска, очевидно, нашей страны, когда он себе позволяет такое с русской историей, да еще последних десятилетий, военных десятилетий, мне кажется, это, ну, мне просто стыдно за него, как за человека. И я очень надеюсь, что в какой-то момент он осознает, что надо просто извиниться. Я понял. Батюшка, все-таки ответьте чай, а я хочу задать вам следующий вопрос. Касается вот следующего фильма. Интересно выслушать ваше мнение. Это «Девятая рота». Дело в том, что для меня вначале был фильм, но о нем уже столько говорили. Я часто бываю в молодежной аудитории. Мне всегда интересно, что ребята смотрят. Да? Я его посмотрел. Что-то мне понравилось, что-то не понравилось. Что-то я просто не принял. Там очень много вещей, из которых, ну, на мой взгляд, грубовато, пошло. Можно было спокойно без этого обойтись. Есть вещи, без которых можно обойтись. Да? И нисколько киноповествование от этого не проиграет. А потом случилось так, что я купил подшивку журналов в киносценарии. И надо же, наткнулся на этот вот киносценарий. Я его прочел и был поражен. Он оказался совсем неоднозначным фильмом. И вот те вещи, которые меня так резали, вот, и слух, и глаз в фильме, их сценарии попросту не было. Это такие режиссерские вставочки, как сейчас говорят, находки. Вы знаете, я что могу сказать? Конечно, каждый пишет, как он дышит. Да, как говорил Акуджава. Как замечательно пел, да, Булат Акуджава. Но Бондарчук в данной ситуации дышит и пишет так, как велят законы Голливуда, причем, знаете... Да если бы Голливуда... то даже Голливуда не как школы, между прочим, да, великие школы. Хорошие школы, очень киномастерства. А вот такие, знаете, какие-то третьесортные, похабные вот ленты, которые снимают на коленке, чтобы, что называется, people схавал, как был какой-то, чтобы деньги вернулись в кассу, может быть, с какой-то прибылью, а может быть, просто на рекламе заработать. Вот на этом уровне, на уровне инстинктов животных, очень примитивных, снят фильм «Девятая рота». Я краешком своей жизни зацепил Афган. В каком плане? В 1982 году мы были в Хайдаркене. Это Ферганская долина, Киргизия. И я был еще тогда ребенком, с мамой в экспедиции факультета почвоведения Московского университета. И туда, из Афганистана, уже возвращались наши солдатики. И я помню их лица. Я помню этих ребят. Немножко, чуть-чуть мы общались, совсем чуть-чуть. Ничего общего с тем, что снимал Бондарчук, там не было. Но это не все. Потом уже, в последние годы, отчасти занимаясь в том числе и производством фильмов, скорее редактурой фильмов, которые сейчас создают в России, уже документальных фильмов, и я начал копать эту тему, и обнаружилась совершенно другая история про Афганистан. Вот эти, знаете, мифы, скажем, о зверствах, о том, что...
о пьянстве, там, о вот каких-то проститутках, да, то, что мы видим в фильме Бондарчука, ничего общего, ну, чаще всего ничего общего не имели с реальностью, которая действительно была. Мне рассказывал человек, повторяю, награжденный орденами, говорит, да, я водил караван, но у меня был принцип, разведчик. Если бой столкновения, и оказывается, что там, те самые душманы, духи, как их называли, кто-то из них, оказался без боекомплекта, без боезапаса. То есть он расстрелял все патроны, оказал сопротивление, проиграл, так сказать, этот поединок. И вот он ранен. Значит, я его вижу. В такой ситуации, говорит, я что делал? Я срывал, значит, этот свой спас-пакет, бросал ему. Ну, выживет, выживет, не выживет, не выживет. И уходил. У меня, говорит, был случай. В одном из таких боестолкновений мы проиграли, я проиграл. И я, значит, нахожусь в такой, ну, скала, ниша там, то ли пещера, то ли грот. И заходит дух с автоматом, видит меня. Я понимаю, что это последнее мгновение жизни. Вглядывается в лицо, дает очередь над моей головой и, уходя, хлопает по плечу. И я, говорит, на базе, я вспомнил его. Это был один из тех, кого он когда-то так пожалел. Другая история, говорит, он мне рассказывает, там же так были так называемые зеленые зоны. Это население, которое сохраняло нейтралитет. То есть оно не помогало ни боевикам, ни нашим. Цена вопроса, солярка. То есть советская власть, СССР, обеспечивала соляркой всех. Там были заправочные станции, и за это население не участвовало в конфликте, скажем так, открыто, прямо не поддерживало. Некий бартер такой, да? Некий бартер. Ну, это совершенно нормальная ситуация. Угу. Так всегда ведутся в таких условиях боевые действия. Ну, говорит, была проблема. Да, но взамен боевые действия не велись на этих территориях. То есть они не помогают никому, ни нам, ни им, но, а за, это, но за это мы не стреляем на этой, на, этой, на этой земле. А дальше возникает проблема. Поскольку солярка заливалась всем, не за деньги, а по надобности, и заправлялись там, соответственно, и тоже и боевики, возникал вопрос, а как заправляться? Если с разных, скажем, с той стороны какое-то, там, сказать, транспортное средство душманов, духов, ну, какой-то группы там, да, банд-групп или сопротивление, как их ни называй, а с этой стороны, скажем, идет наш БТР. И вот, говорит, у нас был такой негласный этикет отношений. Мерили шагами. И, ну, если был такой вопрос, кто первый подходит, кто заправляется, перестрелка была исключена. Тот, кто был ближе, подходил первым, заправлялся и уходил. Потом другой. Не стреляли друг друга. Другая была... Водяное перемирие. Вот такое было. Значит, другая ситуация. Он говорит, вот эти кадры о том, как русские, советские солдаты, причем русские солдаты, этнически русские, выраженными славянскими чертами лица, там мучают, насилуют афганских детей, женщин, девушек. Говорит, почему это происходило? Говорит, все очень просто. Ну, воевали разные народы, народности Советского Союза. Человек, который мне это рассказал, сам был с Карачаева-Черкесии, князь в каком-то прошлом. Он говорит, они, говорит, если брали, ну, вот, людей, там, скажем, таджиков, киргизов, если они отказывались перейти на сторону боевиков, их обычно убивали сразу, не мучили. А если удавалось зацапать славян, то их мучили и пытались сломать. Пытали, и вот те, кто сломался, такие тоже были, их одевали в, значит, в советскую форму, направляли в эти зеленые зоны, где они творили, ну, сломанные теперь люди понятно. Психологически, творили разные, так сказать, беспредел, это снимали на камеру, и потом уходили на Запад, чтобы показать, какие звери из СССР творили. Провокация какая, и да? Вот он рассказывал, как вы вычислили такую, одну из таких групп. Вычислил, говорит, как раз вот один из этих киргизов, там служивших, он заметил, что рация, которая была у майора, более новой модификации, нежели те, которые на тот момент были в советской армии. Угу. То есть по документам уже были новые, а реально обновление не произошло по каким-то причинам техническим. Неувязка. Он вычислил, да, их взяли. И вот, говорит, дальше потрясающая была ситуация, когда мой командир расстрелял, вернее, он отдал, 4 человека было в банде, двух он, так сказать, передал в правосудие нашим, а двух отдал в село, в котором они творили, так сказать, вот эти зверства. И местные жители их повесили. Его, говорит, сняли, разжаловали. Но он говорит, я по-другому, я не мог бы смотреть в глаза людям, ведь они-то не знают, они не могут разделить тех и этих. Да. После этого они поняли, что советская армия, и вот эти зверства, это совершенно разные вещи.
Я не думаю, что Бондарчук, Федор Бондарчук, настолько бесталанный режиссер и беспомощный менеджер, что он не мог эти, сказать, эту информацию, да, эти истории найти, использовать. Использовать, да. Их множество. Я привел только несколько вот красивых, так сказать, явно, очевидно, совершенно вещей. Но вот он выбрал то, что он выбрал. И, конечно, это говорит о нем. И, конечно, это говорит о нас. Если мы позволяем себе смотреть такое кино и с ним соглашаться, это диагноз. Кто же мы такие? Если мы позволяем собственных ребят, которые там действительно животы свои клали. Есть один момент, да, кино. Для того, чтобы вынести просто хотя бы свое мнение о фильме, надо как минимум прийти в кинотеатр, правда, батюшка, купить билет и посмотреть. А значит, своим рублем проголосовать за этот фильм. Вот и все. Я за то, чтобы смотреть там как можно больше хороших фильмов, любых фильмов, в конце концов, думать над ними. Но ведь этой реакции почти не было. Она почти не прозвучала. Несогласие, да? Это была оголтелая какая-то реклама. Зато была оголтелая реклама, был какой-то сбор. Вот. Ну и, если уж так под занавес истории, вот этот фильм под названием «Сволочь» – просто позор, я считаю, российского кино. Потому что сейчас, ну как сейчас, несколько, уже лет 8, кажется, или 7, опубликованы документы, все документы СМЕРШ. Напомню, что СМЕРШ — это контрразведка, СМЕРШ-шпионы, расшифровывалось. Да. По Курскому направлению, в канун Курской битвы, то есть за 3 месяца до нее и 3 месяца после, с мая по ноябрь 1943 года, вот на этом от Брянска до Белгорода, сегменте фронта, все, что происходило, все сводки, все это есть. Книга вышла. И там приводится история, которую можно назвать «Сволочи». Действительно, наверное, можно было бы назвать, если бы она не была диаметрально противоположная тому бреду, который нам выдали за историю Великой Отечественной войны. Кстати, к моему горю, это снималось в Армении, в замечательном месте Амперт. Мы там были. Видели там храм удивительной красоты, святыни, древние христианские святыни, общие для нас всех. Да. Вот, и там снималось это, в общем, мягко говоря, очень странное кино. Так вот, а реальная история была такая, из эпохи Великой Отечественной. Гестаповцы собрали беспризорников, ну, сирот, 30 человек. Это документы СМЕРШ. То есть все, они из архива взяты и просто опубликованы все. Какие были. Там до этого есть. Места все правильно. Да? Да, только знак другой. Да, знак значит, другой. Их научили. Конечно, там прыжков с парашютами никто никому не учил. Это было совершенно не нужно. Были профессионалы для этого. И у нас, и у немцев. Но этих пацанов научили чему? От 13 до 16 лет. Им раздали мешки с углем. Их задача была ходить вдоль железнодорожных путей и подкладывать уголек, который им дали немцы, в угольные кучи, которые использовались для того, чтобы загружать паровозы, в топки паровозов. А уголь – это была взрывчатка, замаскированная под уголь. Снаружи не отличить. Значит, кто-то из них сдался сразу, сам, перейдя линию фронта. Кого-то НКВД выловило, нашло. Никого не расстреляли. Отмыли, отстирали. Не судили никого. Отправили в детские дома. Вся история. Это правда, которая была на самом деле. Это правда. Там имена, фамилии, все. Да. Как это было, сколько, что. Понимаете? И ведь вот тема для фильма. Если уж искать, если уж на эту тему что-то снимать. Нет, выставляют, значит, наш... Сталинский режим, конечно, был кровавым режимом. Тут вопросов нет. Но этих преступлений, не совершала Россия. Вот. Наша Родина. Этого не было. А вот обратное было. Ну и, знаете, если уж, так сказать, говорить о некоторых параллелях, сейчас наступил печальный момент. Вот мы видим, если уж опять же говорить о массовом сознании, о манипуляциях. Мы слышим о том, что тут какие-то отмороженные граждане не нашего государства призывают кресты спиливать, и где-то их спиливают. И уже спиливают. Вот. Вот в этой связи, конечно, если немножко отмотать туда, вернуться в прошлое, то известно, чем отличалась СС от вермахта. Солдаты вермахта тоже не подарок. Немецкие солдаты, те самые, вспоминали, что мы, говорит, всегда,
еще во французской кампании в начале войны, Второй мировой войны, мы всегда могли отличить деревню или город, где побывали эсэсовцы, от места, где их еще не было. Были срезаны все кресты. СС — это была действительно оккультная организация со своей религиозностью, обожествившая фюрера Гитлера, которая под это дело уничтожала любое другое проявление любой другой веры. Есть один Бог, а другому, да. Христу уже место не с его любовью, да, ко всем. Да. Без, неважно, какой ты национальности, какая у тебя форма носа или цвет кожи. Гитлер был объявлен живым божеством. Да. И это живое божество сказало, что жить может только та раса, которую он объявляет правильной. Все остальные неправильные, ни расы, ни люди, их можно истреблять как паразитов. В это число попали очень многие народы. И только можно, нужно. Да. И славяне, и евреи, и цыгане, и многие другие. Инвалиды, больные люди. Вот. И поэтому, конечно, все живет. Бесчеловечность, да, грязь, они не уходят в прошлое. Они где-то там остаются, и все время такие вот фурункулы выскакивают, выстреливают, происходят. Так вот, чтобы нам не болеть этими болезнями, чтобы нам не гнить заживо, нам нужно говорить правду. Правда может быть горькой. Очень много горьких страниц было в истории Великой Отечественной войны, в том числе и о действиях наших полководцев, о наших катастрофах в Крыму, под Ржевом, о преданных или, скажем так, оставленных без помощи в окружении русских армиях. Назову только армию Ефремова, да, под Ржевом. Отказавшегося от присланного самолета Сталина. Который расстался, да, со своими солдатами и потом, сохранил честь, понимая, что по следам группы, которая выходила из окружения, видимо, был предатель у них, идет, значит, преследование, он застрелился, чтобы солдаты хотя бы ушли. Такие люди были, понимаете? А Лукин, который защищал Смоленск вместе с Рокоссовским. Примеров много. Глянцевой истории нет вообще. И глянцевых войн нет вообще. Много всего. Это нуждается в осмыслении. Знаете почему? Потому что был такой замечательный человек, генерал Трошев. Вторая Чечня. И первая, кстати, тоже. И вот в своих воспоминаниях у него есть дневник чеченского, дневник окопного генерала, называется так. Он вспоминает о том, как он вел боевые действия на последнем этапе чеченской кампании, уже второй кампании. И его, ну, если так можно сказать, напарник, с одной стороны, с другой стороны, коллега и ученик. Сейчас он занимает очень высокий пост в Министерстве обороны. Этот человек. Так вот, на порядок меньше у Трошева было погибших офицеров-солдат. Почему? Потому что Трошев приходил к старейшинам, иногда без вообще сопровождения, общался с ними, убеждал их в том, что, их, что русский солдат идет не насиловать и потрошить, а навести порядок. Потому что, говорит, местное население само устало от боевиков. Конечно. А его коллега, который с другой стороны Чечни наступал, он захват, значит, обстрелять, собственно говоря, печально известное дело, Бельзи Кунгаевой, да, вот как раз под его командованием, большим командованием, это его подразделение позволяло себе такие вещи с местным, сказать, с работой с местным населением. Так вот, Трошев пишет, что вот эти жуковские методы, да, его вот коллеги, они приводили к обратным результатам. Поэтому нам надо, это вот буквально цитата, нам надо учиться, да, в нашей истории. Нам надо учиться быть людьми. Нам надо учиться сохранять человечность. В самых нечеловеческих условиях. Да. И тогда есть шанс, что и крови меньше прольется, а может быть и не будет необходимости ее проливать. Вот. И что самое главное, что те, кто когда-то здесь легли, а этой кровью залит вся наша земля русская, иногда на несколько метров, да, не будут преданы и забыты. Ведь вот подумать только, вот буквально несколько недель назад мы были на Кавказе, есть такая гора Фишт на Кавказе, это между Краснодаром и Сочи. Мы с ребятами, со следопытами прошли по перевалам, армянский перевал, еще некоторые. И на каждом перевале мемориальная табличка «Красная звезда». Значит, погибли пулеметчики, снайперы, рядовые. Немцы сбили этот заслон, сбили следующий. А где-то их уже остановили. И я понимаю, что вот эти звезды стоят, когда-то их имена увековечили. Но кто сейчас их помнит? И мы с ребятами забрались. Было маленькое восхождение на Фишт с нашими. 7 человек нас было. Мы вскарабкались на эту гору и отслужили панихиду.
На этой горе крест уже был установлен. Значит, служили панихиды по всем погибшим. Воинам, солдатикам, замученным в лагерях. Ведь 5 миллионов человек замучили, по официальным данным только. Там спасатели, вот все, кто погибли на русской земле в 20 веке. Спасибо. Безвинно, не безвинно, это не важно. Легли в эту землю за нас. Ну, непрославленные там мученики, прославленные, неважно, все Господь наши. Господь знает имена всех. Вот, и если просто я как пример того, что, знаете, мы здесь какую-то там слезинку прольем, да, но мы не знаем, каким ливнем любви там отзывается наше здесь сострадание. Стоим этого креста, читаем надпись «Всем святым земле российской просиявшим», посвящен крест, спускаемся с горы, и так получается, что мы оказываемся в городе Сочи на день раньше. Там по некоторым причинам нам пришлось ускорить движение по маршруту, это было непросто. И нам непонятно, где жить, потому что до поезда еще две ночи. И вдруг нас принимает священник Сергий, батюшка замечательный, из Сочи, который строит храм всем святым в земле российской просиявшим. Вот. Мы служим там с ним, причащаемся с ребятами в воскресенье, вот, видим, как сказать, его труд. И мы понимаем, что все гораздо ближе, все рядом. Поэтому да, я вот на что очень надеюсь, на то, что одним из итогов нашей передачи будет навык критического осмысления, отношения к фильмам, к текстам. Критического, да, и любовного отношения к своей истории. Вот, с одной стороны, да. И любовного отношения к своей истории. Любви и, может быть, если позволите, некоторого соучастия. Вот они отдали свои жизни. Многие из них не умели молиться. Ни в Афганистане, ни в Чечне, ни на фронтах Великой Отечественной. Или им некогда было молиться. Но мы-то живем здесь, благодаря в том числе их пролитой ими крови. Что мешает молиться, что мешает нам молиться за них? Спаси Господи, дорогой отец Дмитрий. Дорогие телезрители, вот и эта очередная беседа, очень интересная, на мой взгляд, очень непростая. У меня все село, сердце изныло сегодня. Надеюсь, у вас тоже. Это хорошая боль, ее надо в себе хранить, лелеять, воспитывать. И эта беседа подошла к концу, и мне остается только одно – поблагодарить отца Дмитрия и выразить пожелание, чтобы он вновь-вновь появлялся бы в этой студии для того, чтобы вести с нами вот такой неравнодушный разговор о самом главном в нашей жизни – о любви, о чести, о совести, о Боге, о жизни и смерти, о Родине. Спасибо, Господи. Спасибо, спасибо. Проводив отца Дмитрия, я еще раз тепло и искренне поблагодарил его за участие в нашей программе. А теперь хочу познакомить вас с отзывом, который поступил к нам на сайт. Автором его является зрительница Ирина Безбородова. Она пишет: «Василий Давыдович, огромное вам спасибо за передачу «Неравнодушный разговор». Просьба помолиться соборной молитвой за Даниила. Молодой человек защитил девушек от поруганий, был жестоко избит. Долгое время находится в больнице в вегетативном состоянии. Но, несмотря на это, положительная динамика есть. Родной, я очень надеюсь на ваше неравнодушное сердце». А я, в свою очередь, очень надеюсь на неравнодушные сердца всех наших зрителей. И, к слову, хотел бы сказать, что в сегодняшней программе мы с отцом Дмитрием попытались, как Даниил, вот, девушек, мы попытались с батюшкой защитить от поругания святые и дорогие для нас страницы отечественной истории. Спаси Господи. А теперь, как и всегда в завершении нашей программы, я читаю имена тех наших братьев, сестер, кто так нуждается в нашей неравнодушной молитве. Прошу вас помолиться о здравии тяжко болящего Макария, тяжко болящей Мариамны, болящей Раисы, болящей Фатини, тяжко болящего младенца Андрея, болящей Иулии, болящего младенца Льва, тяжко болящей Натальи, болящей Татьяны, тяжко болящей Веры, болящей Раисы, тяжко болящей Галины и болящей Иулии. Вот теперь программа в самом деле подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь с Богом. Thank you.